Всем добрый день! Сегодня воскресенье, утро. Я хочу испечь маленький пирог к чаю, к утреннему чаю. И для этого мне понадобится маленькое-маленькое количество продуктов. Сейчас я вам покажу, сколько это будет. Вот все, что мне понадобится. 1 стакан муки, пару яиц, 0,5 стакана сахарного песка, 0,5 стакана молока, ванилин 1 пакетик, соль по вкусу, щепоточка, и растительное масло. И приступим сейчас. Для начала вот беру вот такую мисочку, у меня есть, высыпаю сюда 0,5 стакана сахарного песка, разбиваю сюда пару яиц, и нужно это будет хорошенько взбить. Пользоваться миксером. Яйца хорошенько взбила. Теперь буду добавлять сюда все остальное. Щепотку соли, ванилин, так, молоко 0,5 стакана. Можно продолжить взбивать. Столовых ложек растительного масла. Шесть. Снова взбиваю. Остается добавить только муки. Муки у меня 1 стакан с верхом. Это где-то приблизительно 160 грамм муки. Тесто будет наливное. Ну и продолжаю взбивать. В это время у меня уже духовка включена, разогревается. В общем, пока утренняя каша или что там будет готова, и пирог мой тоже испечется. Взбиваю. Так, я здесь все в мисочке все взбила. И в последний момент добавлю 0,5 чайной ложки соды, пока погашу ее уксусом. Потому что у меня молоко, не кисломолочный продукт, а молоко. Сюда же добавляю и еще раз перемешиваю. Вот и все составляющие для моего пирога. Вот и все. Пирог, можно сказать, уже составлен. Теперь выливаю его в форму. Форму простелила бумагой. Форма у меня сегодня сковородка. Старенькая, видавшая виды сковородка. Но нравится мне она, но не хочу я ее выбрасывать. Пирог небольшой, я уже сказала, что он по размеру маленький. Вот, форму я прогрела, так потрясти немножко надо, и отправляем в духовку. Она прогрелась уже хорошо, 8:29, как раз к 9 часам будет готова, 25-30 минут ждем пирога. За это время варю кашу. Вот и каша моя варится, сейчас вот сейчас уже скоро закипит. Огонь пока большой, делаю. Кашу я всегда варю полумолочную. Сегодня у нас будет пшенная каша. Пузырьки появились, видите? Я кладу щипчики сверху и убавляю огонь. И все, можно заниматься своими делами. А именно помыть посуду после того, как я готовила тесто для пирога. И все, встретимся чуть попозже. Так, кому интересно, почему я щипчики кладу на кастрюльку или ковши, когда кашу варю. Смотрите, кипит, варится, но не убегает. Если без щипчиков поднимется пенка и убежит. Я всегда так делаю и занимаюсь своим делом. Можно, конечно, помешать еще разочек. Сначала кажется, что каша жидкая. Но уже эти пропорции я постоянно делаю. Потом она чуть-чуть
когда сварится и чуть-чуть постоит, она густеет. Как раз то, что ну, надо получается. Посуда помыта, которой пользовалась. Все, а сейчас обсохнет чуть-чуть, разложу по местам, и мне на столе ничего не будет мешаться вообще. Кипит. А здесь у меня уже варится кофе. Фонтанчик работает, уже сварился кофе. Выключаю. Кашу варю всегда на две порции, маме и Славе, а сама я завтракаю кофе только, ну, может быть, с бутерброда. Сейчас доварю, пирог испечется. Кстати, пирогу осталось 2 минутки. Будем вытаскивать сейчас. Так, вытаскиваем пирог. Время уже прошло. Пирог у меня готов. Выключаю духовку. Вынимаю. Красивый. Красивый получился пирог мой. Так, ну теперь мне его нужно отсюда вытащить. Легко вытаскивается, видите? Сейчас уберу все на блюдо. Это убираю. Здесь теперь. Горячий-горячий. Красивый-красивый. Итак, каша моя сварилась. Пирог чуть-чуть остыл, и можно уже его разрезать. Я говорила, что порция небольшая, маленькая. Но как раз для завтрака очень хорошо. И ритуал надо же произвести. Та-да-та-там. Та-да-та-там. Все это вам. А это пойдет маме. Сейчас пойду маму кормить завтраком. Кстати, каша, смотрите, какая получилась. Сейчас поближе покажу. Итак, смотрим, какая каша у меня получилась. Вот такой густоты она получилась. Сейчас я сюда добавлю маслица и пойду бабушку завтраком кормить. Таблетки она уже выпила на завтрак, которые ей полагается перед едой пить. Итак, моя очередь. Кофеек. Сахарок. Кофе я люблю пить. Чуть-чуть добавлять сахар. А чай вообще не сладкий. Давно уже так пью. Привычка такая сохранилась. Всем желаю приятного аппетита. Доброго-доброго утра. Хорошего дня. Вкусного кофе. И чтобы все дела, которые у вас сегодня намечены, шли просто по плану и в отличном качестве. Всех, у кого сегодня именины, день рождения, всех поздравляю. Желаю всего хорошего. Я вас всех люблю и обожаю. До встречи!